Всем привет из Израиля! Меня зовут Наталья Соболев. Сегодня я вас всех приглашаю на море! Купальный сезон открыт с 20 марта и продлится по 5 октября. Мы находимся на железнодорожном Афульском вокзале. И чтобы пройти турникеты, надо купить проездной билет. Потом его приложить к турникету. И вот, как в метро, двери и откроются. Нас ждут все пляжи Израиля. Идет большая подготовка. Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, местные власти – все подключены для проверки пляжей. На каждом пляже берут пробы воды, делают микробиологический анализ, кроме Мертвого моря, где из-за солености воды нет живых бактерий. Я со своей подругой Кларой выбрала пляж Хоф-Кармаэль в Хайфе. Ждем прибытия поезда, стоим на платформе, легкий ветерок и хорошее настроение. Ждем встречу с морем. Объявили прибытие поезда. Я перехожу на другую сторону. И вот приближается поезд. Видим отражение в стеклах вагонов, как в зеркале. Время поездки занимает 35 минут. В Хайфе два главных пляжа. Пляж Бат-Галим переводится как «дочь волны», «дочь моря». Переводится как еще «русалочка». Этот активный пляж, он ждет любителей водного спорта. Второй пляж – Хоф-а-Кармель. Название переводится как «побережье горы Кармель». Подходит для спокойного отдыха. Хорошо оборудованы полностью два пляжа. Песчаный берег 5 километров и 17 километров береговая линия. Есть и полежать на солнышке. Наша конечная остановка как раз на пляже. Лучшая часть для купания с детьми находится около остановки автобусной и железнодорожного вокзала Хайфы. Молодежь и одиночки на этом пляже проходят мимо магазинов и уединяются, что удобно. Эта часть пляжа называется студенческой. В городе Хайфе есть еще несколько пляжей. Пляж Дадо считается лучшей в стране, самый чистый. Это по оценке самих жителей Хайфы. Есть еще тихий пляж Ханов-а-Шекет. Находится за портом. За счет волноломов вода спокойная на этом пляже. Волноломы – это гидротехническое сооружение на воде, защищает акватории порта от цунами. На пляже Шекет мужчины и женщины купаются раздельно в определенные дни. Понедельник, среда и пятница – это мужские дни. Вторник, четверг и воскресенье – женские дни. Но суббота – это общий день. Можно приходить и мужчинам, и женщинам. Есть пляж Кирьят-Хаим. Ровная, прямая полоса берега, волноломов нет. Волны большие, купаться не очень удобно, но также есть женские и мужские дни.
Есть замечательный пляж Новий Ям около пригорода Атлит в Большой бухте. А по берегу можно прогуляться на соседний пляж Абаним. И вас ждет скалистый мыс с террасами и с небольшими каменными бассейнами. На каком бы пляже вы ни отдыхали, помните, солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Не обязательно купаться, можно босиком пройти по берегу моря. Как хорошо вечером выйти полюбоваться закатом, пройти с собачкой, кто-то сделает пробежку, кто-то посидит в ресторане, пообедает, закажет рыбку. Есть все для того, чтобы жить красиво, проводить время и быть счастливым в Израиле. Желаю вам, не теряйте время, приезжайте на море, берегите свое здоровье. До новых встреч!